она идет в военные действия, когда она борется за выживание, борется за будущее вас, ваших детей, ваших внуков. Ни в коем случае мы не должны допускать никакого раскола внутри общества. Мы должны ставить в сторону все распри, все ссоры, все обиды. Общество должно быть консолидированным. Учитывая то, что в Ульяновской области порядка 120 национальностей, ни в коем случае не должно быть никакой межнациональной розни. Политические все наши партии, их, вы знаете, несколько у нас активно работают, тоже должны оставить все амбиции в сторону. У нас с вами одна цель сейчас – объединиться. У нас есть один президент, один главнокомандующий. Какую команду он даст, какие даст распоряжения, только его мы с вами слушаем и четко выполняем. Я уверен, что мятеж этот административным образом будет сейчас разрешен.